Хоть бобручане в сухую проиграли Витебску 2 матча в этом сезоне, но с третьей попытки побороть неуступчивых северян получилось. Хотя, опять же, проблем у бобров было предостаточно. Витебляне здорово провели первый период. К 15-й минуте команда Евгения Каштанова вела с преимуществом в 2 шайбы. Отличились Серпинский и Сапко. Но бобручане сделали самое важное. Наконец-то распечатали Алексея Трифонова, который не пропускал от них больше 130 минут. Шайбу в раздевалку забросил Шагов. Постепенно хозяева прибрали инициативу к своим рукам, сравняли счет и вырвали важную победу. Дубль у Бобруйска оформил капитан Вячеслав Фадеев. Наконец-то забили, самое главное, выиграли. Будем готовиться к следующей игре. Бобручане взбодрили себя 2 победами в 3 последних матчах и подобрались на расстоянии в 2 очка от 6 места, на котором расположилась сейчас молодежная сборная. Это самый реальный ориентир для команды Владимира Синицына, растерявшей слишком много после бодрого старта в чемпионате. Сократить гандикап бобры смогут уже в этот понедельник в матче с новополоцким «Химиком».